Добрый день, мои дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, сегодня мы будем делать такое вкусное блюдо, как солянка сборная мясная. Вот, в интернете очень много, как оказалось, рецептов есть, и оказывается, и рыбная солянка, и с картошкой, и с морковкой, и без, и в общем, порядка где-то 15 рецептов я насчитал. Вот, поэтому я вам предлагаю свой вариант. Вот, для начала я не буду показывать все, что там надо резать. Я это все порежу, чтобы не утомлять вас. Вот в бульон, в этом бульоне я варил кусок свинины, высыпаем картошку, и чтобы она у нас варилась. Вот, выливаем растительное масло. И обжариваем нашу мясную, так сказать, микс, нашу смесь мясную. Тут получается у нас сосиска, балык, свинина и курица. Вот, обжариваем до золотистой корочки. Вот оно обжарилось, и пока убираем в сторонку, чтобы оно остыло. Вот, добавляем грибы. Кстати, да, и грибная солянка тоже есть, поэтому солянок очень много. Вот, и обжариваем грибочки, слегонца, и выпариваем из них воду. А в интернете я видел такие вещи, что люди там друг друга чуть ли убить готовы, что рассказывают, что нет такой солянки, есть какой-то рецепт, хотя рецепта как такового не существует. Так, дальше. Наливаем маслечко. И выкладываем лучок. И обжариваем его тоже до золотистой корочки. Выкладываем огурцы и морковку. И буквально там 3-5 минут протушим. Вот. И добавляем томатную пасту, разведенную в воде. Но опять же, когда томатная паста, то это кислота. Соответственно, добавляем ложку 2 чайную сахара. Вот. Нашу мясную смесь добавляем в бульон с картошкой. Лавровый листик, перчик. Пару минуточек буквально проварилось. И добавляем наши грибочки. И добавляем маслинки. И добавляем нашу зажарку. И буквально там тоже 2-3 минутки. Пришла очередь рассол огуречный. Вот тут где-то грамм, наверное, 150. И сок, или тоже когда рассол из-под оливок. Тоже там, наверное, грамм 100-150. И обычно люди кладут лимон. Но я не люблю, когда ошметки лимона по всему супу плавают. Мне это не нравится. Поэтому я просто отрезаю 1/3 лимона и выдавливаю сок сразу напрямую уже в нашу солянку. Вот. Кстати, по поводу соли. Солим осторожно, потому что у нас уже соленые огурцы и соленый рассол. Вот, добавляем зеленушку, укропчик. Все это хорошо размешали. Выключаем нашу плиту и оставляем, пускай настоится. Вот, ну, укропчиком немножко обновим. И сметанку. Вот такая вкусняшечка у нас получилась. То есть тут и сосиска, и балык, и свининка, и корочка. Ну, я без картошки, например, не представляю себе солянку. Хотя некоторые говорят, нельзя. Ну, и это их проблемы. Вот такая вкуснятинка. Бомбезная. Друзья, спасибо всем за просмотр. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Пока-пока.